Вероятно, огорченными покидали зрители стадион в Тбилиси. Динамовцы не попали в следующий круг розыгрыша Кубка УЕФА, несмотря на то, что в первом тайме тбилисцы имели ощутимый перевес против Вердера и на 31-й минуте с сильным ударом издали Сулаквилидзе забил гол, которого было бы достаточно, если не пропускать мяч в свои. Но тбилисцы понимали, что необходимо стремиться к большему, атаковали, но выгоднейший момент сначала не использовал Гурули, а затем тбилисцев спасло лишь чудо в конце первого тайма. Во втором же стало ясно, что гол неминуем. Преимущество перешло к Вердеру, и равновесие было восстановлено. Несмотря на усилия тбилисцев, и пусть редкие, но все же неплохие шансы для атаки, избежать ничейного счета не удалось. Это означало успех Вердера, который в первом матче выиграл со счетом 2-1.